История кыргызской милиции началась 1 ноября 1924 года, когда в Карагандинской автономной области был создан административный отдел для защиты общественного порядка. Первый шаг на этом пути оказался непростым. Первые годы милиция сталкивалась с нехваткой кадров и оборудования, но ее служба развивалась. В 1925 году открылась первая школа милиции в Бишкеке. За 100 лет милиция прошла путь от учебных классов без электричества до Академии МВД, где готовят специалистов нового уровня. Егемендік жылдарында башка бардық тармақтарда эле милиция системасында дағы бір топ қиын. Безопасность наших граждан, проживающих не только в столице, но и в каждом уголке страны, напрямую зависит от деятельности милиции, являющейся хранителем порядка. Милиционеры ежедневно рискуют своей жизнью для обеспечения безопасности. Они бесстрашно защищают нашу страну от различных угроз, даже находясь в условиях трудностей, с честью выполняя данное обещание и демонстрируя образцы истинного мужества. Несмотря на изменения в общественном устройстве, сотрудники правоохранительных органов, не уклоняясь от справедливости и точно исполняя свои обязанности, пользуются признанием широкой общественности и известны среди народа. Егемендик жылдарында милиция тутумун жакшыртуу жаатында бир топ мыйзам актыларына түзөтүүлөр киргизилип. За последние годы милиция Кыргызстана шагнула в новое технологическое будущее. По поручению президента в стране установлено более 4000 видеокамер в общественных местах, что позволяет круглосуточно контролировать ситуацию и поддерживать порядок. Кроме того, значительно обновлена материально-техническая база милиции, введены системы распознавания лиц, внедрено новое оборудование для кибербезопасности. Все это позволило за последние 4 года сократить уровень преступности почти на 50%. Кадырман, халайык журт, кыргыз милициясы түзүлгөндөн бери 100 жыл аралыгында миңдеген кызматкерлер эл жерибиздин тынчтыгын сактоо үчүн кылмыш. С момента создания кыргызской милиции за 100 лет тысячи сотрудников боролись с преступниками ради сохранения мира и спокойствия нашего народа и земли. Многие из них стали героями и отдали свои жизни в ходе службы. Мы склоняем головы в знак уважения и почтения к милиционерам, которые погибли, исполняя свои обязанности ради безопасности нашей страны. Их бесценный труд и яркие образцы никогда не будут забыты. Их имена навсегда записаны золотыми буквами в истории страны. Уважаемые стражи порядка, дорогие ветераны милиции, ваш героизм заслуживает глубокого уважения и признания. Особое значение имеет празднование столетия кыргызской милиции, которое является символом нашего искреннего уважения к вам. Сегодня одним из государственных органов, воплощающих справедливость, является милиция. Поэтому в своей повседневной работе оставайтесь беспристрастными. Почетное звание народного защитника возглавляет на вас высокое давление людей, оправдывайте его и носите свои обязанности с честью. Никогда не забывайте, что вас сама отверженный труд ради спокойствия жизни нашего народа является основой стабильности и безопасности нашей страны. Президент отметил, что служба милиции остается одной из опор стабильности и правопорядка в Кыргызстане. Тысячи сотрудников милиции отдали свои жизни за спокойствие граждан, и память о них остается в истории страны. Выступая перед личным составом и ветеранами, Садыр Жапаров подчеркнул значимость их подвига и выразил уверенность, что кыргызская милиция продолжит выполнять свою миссию на благо народа.
Торжественные мероприятия продолжаются и столетия. Милиция напоминает всем кыргызстанцам о значении службы, которая ежедневно защищает мир и безопасность страны. Айсулу Мурзакова, Эсенбек Усенов, УТРК Чуй, город Бишкек.